Друзья, всем привет! Сегодня будем готовить ягодное мороженое. Ягоды поместить в сотейник. У меня замороженная брусника. Но можно использовать любые другие ягоды, как свежие, так и замороженные. Пересыпать их сахаром и налить воду. Включить небольшой огонь, перемешать. Дождаться, пока масса закипит. Помешиваем, чтобы сахар растворился. После закипания варим на небольшом огне 15 минут. Периодически помешиваем. За 5 минут до готовности высыпаем ванилин. Вареную бруснику вылить в сито и перетереть ягоду. И даем остыть смеси. После того, как масса остынет, она приобретет такой желеобразный вид. Наливаем в нее йогурт. Он у нас без всяких вкусов и не сладкий. И перемешиваем при помощи венчика или миксера на небольшой скорости. Затем накрываем пищевой пленкой и ставим в морозильную камеру на 30 минут. По истечении времени убрать пленку и пробить смесь при помощи миксера. Снова накрыть пленкой и вновь отправить в морозильную камеру. Таким образом мы будем каждые полчаса в течение 2 часов пробивать смесь. Это позволит избавиться от льдинок в мороженом. То есть будем пробивать еще 3 раза. Затем вновь накрываем пищевой пленкой и ставим в морозильную камеру до полного застывания массы. Мороженое у меня простояло в морозильнике всю ночь. Оно замерзло. И сейчас набираем его ложкой и выкладываем в креманки. Украсить мороженое можно, потерев на него кусочек шоколада и выложив несколько ягод брусники. Мороженое из ягод всегда получается с удивительным вкусом. Мы готовы есть его хоть каждый день. Надеюсь, что и вам оно понравится. Друзья, спасибо за лайки и комментарии. Не забудьте подписаться. И до новой встречи!